Нет права на ошибку, господа в кугдов, да? Так, а мне епшку на шаму, пожалуйста. Нет, я епшку на шаму. Шкафаните там, кто с локтом. Ну, боевили, может. Меня первым сумань, потому что дверь надо идти открыть. Ага. Пойду дверь открою сразу. Все, пришел сум. Пошел дверь открыть. Че, кто-нибудь саппорт может дать? С чем тебе саппорт? Дать или продать? На следующих боссах. Да я говорю, я куплю. Ты че, ты там он будет ребят? В обычке саппорт хочешь пить? Да, на синдре будет пить. Я не буду. Товарищи, громко. Нахер какой-нибудь возьму пальцем, на профа только. На синдре будешь пить. Добровольно. Я говорю, на следующих боссов куплю саппорт, чтоб не мотаться. Проблема. А я на синдре шестым хилом буду, Лёв? Что? Шестой хил буду на синдре, ладно? Да. Там каску оформить. Да, рыбу кушайте. Кирс, Гром, вы тут? Я что, один мод? Шестой хил будет, но не факт, что ты. Чего ты меня гнобит? Два тела осталось у меня. Лёша, как вчера, помнишь, не дезмораль. Дередвар. Ведьмака 3, сука, наверное, играет. Лужу в мелизоне раскидаю. Там, короче, бафайте начинается. Гром принимай. Не надо его сумонить, это твин вагон. Его не надо сюда сумонить. Ничего на него не а, хорошо, чек на пол. Престобав еще накиньте. Подожди, я еще иду к компоту. У нас пуги остались в рейде вообще, нет? Холипал, да. Цепная. Каску можно было попристать? Хан, дробовик, лок, вторая пати. Вот там, блядь, ты вообще. Делорус тут? Че, трем пугам повезло попасть в рейд иллюзионов или че? Ага. Че, погнали давай? Да какое погнали, подожди, сейчас дай мне разобраться. Сейчас подожди, бинты сделаю и поедем. Я готов, у меня как у кота сзади, блядь, этот гребешок встал аж. Это а че, сколько у нас не из гильдии людей? Ну посчитайте, МД или что? Да ладно, зачем считать, давайте. Я вижу вообще одного только шамана, цепная. Он паладин. Цепная, дробовик, три человека. Все, давайте флоутофните все полностью. Это первый нюанс. Второй нюанс. Вимипо, ты держишь зеркало, я на боссе. Вага, берешь первым укус и дальше поехали. Ты там раздаешь Карине, блядь, и всем остальным, кто умеет. Кого зеркало держать тебя? Все приняли готовность. Все приняли. Так, где мы, блядь, ау? Есть. Ну, по зеркало отпнали. Это было неразумное решение. Просто в меня становишься и спишь. Меня остань, не хлопай. Чё ты там сзади бегаешь, босс? Танк остань, который танчит. Блин, кот, ты здесь вообще, слышишь? Ты здесь меня остань. Вот. Иди сюда, блядь. Куда ты побежал? Меня, блядь, стань. Вот стою, блядь. Свечусь, блядь. Во второго танка встань. Всё, стой. Продайте.
Но ЭМА нету, поэтому по поводу Фирас. Япончик, не стой возле лужи, лужи ж тебя, блядь, дамажит. Блядь, тебе как раз медведаешь, дамаж. Да, у тебя ланжер там, ты бежишь. Я для теней придержон теперь. О, Клок побежал. Дал понимать. Великий, отойдите немножко влево. Веру там жмите. Слышно? Да. Нажали уже. Нажали, да. Сразу подключился. Да-да. Выпад эфира. У нас минус танк. 13 секунд. Вон там зеркало. На Тимыча. Тимыч дубовый. РДД. Чего? Диспел и прожми этот. И прожмите РД. Видите, босс. Рэндж наберите, дайте. Какая жалость. Тина. Старик БР. Убивайте босса. Угода не. О-о-о. Пельмешка. Бэл. Чего, я на ролл были, да? Да, надо кому-то покоритель ролить. Мне надо, мне. Старик 91. Хорош. Так, Вага, давай заходи, идем на проф. Я 94. Зайду. Куда вы побежали, на проф идем. Уступи старику, Мальдазар. 35 одеваешься, уступи старику. А я старику кину, если что. Ладно, пусть будет у него. Он, пока я кидал, уже кинул туда ролл. Завоеватель, это паладин получается. Лёх, ну мне друиду и синдра нужна будет. Ладно, я в дерево там ебанусь. Окей. Синдру зайдёшь. Вы... Чё ты сказал? Я говорю, подамажишь синдру, окей. Сейчас кто там? Там на синдре коту очень сложно. Ну на синдру? Да ничего там сложного. Так, там... старик, короче, заходи на этого. И сумоньте громко. Да сейчас сумоньте комнату. Откроем. Идите, блядь, в комнату. Короче, если Вага кого-то передамажит своим шаманом. Ой, а вы в этом, в профа, да, пошли? Я начислю стабильно. Слушайте, на профа пошли же, да? Зачем жуков? Не бейте жуков, блядь. Проф. Угу. Даже на синдру ходит. Потом на профа, лича. А ты понял, что
Я, блядь, кровопускание не вытащил, сука. А где мужиков активировал? Блядь, тут я не уверен, короче, вот, надо, чтобы ты, наверное, посидел в этом поганище. Что-то в паладине вообще не уверен. Хорошо. Судя по тому, как он зеркало ловил. Блядь, первое зеркало вообще я поймал, почему? Он лагает. Сука, я обрыгался. Паладин лагает. Кто-то сбегайте назад, пожалуйста, резните на ступеньках учёмки. Ну, лагает, ясно. Комп нормальный, может, интернет или серф. Мы с тобой тогда... Ты, короче, этот, будешь тогда в дамагере. В дамагере, ну я понял. Там добьем. Паладин, короче, бегаешь, блядь, с РДД зоной. А чё, диван понадобится? Да, зелёного. В РДД зоне. И это. О, я придумал тему. Короче, этот, Настя... Шкаф, вот. Ставьте шкаф. Короче, ты надеешься, что я двумя окнами успею и побегать к слизнюкам, и не, похилить, не, не, не. И диван смотри. Дать? Смотри, что ты делаешь. Ты своего паладина сюда сумонишь, линпо становишься вот сюда, где я стою, видишь звездочку? Вот сюда становишься, как. И, короче, когда я пуляю босса, Настя, ты за своего паладина даешь по нему диван. Ты стоишь в диване и двигаешься. Не снимаешь, пускай диван. Без проблем. Рыбу кто поставят? Танки будет, Лёха, ты и кто еще? Я на бойсе, Войд будет в чушке. Ну, Войд будет в ДД, я в соло босса ткану. Если что, там паладин может... Ну, пускай оно... А Дживс есть, а то регов нет на этом ублюдке. А фреймы надо, что? Надо диван тебе или нет? Колоссум плюс. По поводу дивана, надо будет, так что вынеси только меня. Вот. Поставьте будет. Дживса, ребят. Дайте шкаф и сумоньте. Быстрее. А вы босса где танчите? Дома. ФЛК. Дживс есть, ребятушки? Да, да, что поставлю. ФЛК. Ну-ка, будьте добры, пожалуйста, у вас какая-то другая тактика, объясните мне тактику, ну, шаману цепной, а то я вчера был, у меня РДД здесь стоит. Короче, смотри. Сейчас все круто будет, не пасть. Все просто, стоишь вместе со всеми РДД, хилишь. Все. Но в зеленого не сбегаешься. Пельмени летят, ты в бок ушел, все, на этом все заебись. Это я понял, нет, водить, если на меня красный попадет, где водить, покажи мне. Зону. Ты ведешь к боссу, только колбы, блядь, нет. А, ну все, окей, просто мы вчера по-другому. Все, даю проверку. Погнали. Стюха, что не хватает? Ну, мне не присумонили паладина, я его сумоню, мне долго не нажимали, сейчас. Давай, жму. Давай, тыкну. Все, короче, ставь паладина возле НПО, а дальше по нему диван. Долору, что не хватает тебе? Тотем на сопротивление, шаман, обязательно. Поставил. Стоит, постоянно. Этот пал будет дохнуть. Сойдите с Дживса нахуй, его поставили посередине в рофлите, блядь. Вот он стоит отдельно, блин, Дживс. А, прикольно. Я понял. Спасибо большое. Я люблю ебаться в глаза, это приятно. Го-го-го. Жду Настю. Все, готово. Низкий старт. Все, даю, поехали. Пей. Я
Короче, на пулю там я что-то хизануло маленько. Сейчас мы полагаем. Вот, по анонсе там все эту херотень. Пули на вложение покупки. Подписим же, нет? Стопорните там дамаг, если вопрос срывать будет. Подвис к ПДН. Зеленый. Бейте зеленого, дергайте его быстро. Арина, понапуливай там вместе с Никитосом. Я босс. И переводите. Делорус, раскол там или стоп ее? Вага. Геймпост, снимай диван, иди босса забирай на себя и оброни. Дайте боб Белорус. Притворяйте смерть. Нюха, ты все разлагал? Пока нет. Геймпост, забери босс. Танчи босс. Вроде сейчас разлагает. Ну как разлагаешь там, тушь. Червяк появляется. Красный. В оранжевом говне не стоите. Колба, колба, уйдите. Все по красным. Шама. Да я вижу, блядь. Я пока не могу прочитать это заклинание. Скоро экскремент в РДД зону. Встаньте все. Еще экскремент вылезет. Вы отходите оттуда. Зеленого приготовьтесь. Свичнулись. Башен зеленого. Зеленого фул ДП. Вагу захи. Блять, это унти профа там. А, это Леха, ты забрал? Нет. Глянь, по это унти профа. Кто-то очень крутой, это унтити профа. Плюс 100 ИП. Сейчас красный вылезет экскремент. Красный. Симыч, просто попрыгнешь и таунс нажмешь. Играем. По красному. По ДП. Уйдите из колб. Ой. Пельмени. Что там, лень потанчит его, нет? Да, да. Да. Пуливайте на него Артемия там и так далее, ханты. Пуливайте на него. Делорус, блядь, раскол. Зеленый, отойдите. РДДшники в одну точку. По Делорусу саль. По зеленому играем все. Спасибо, капитан. Разделяем урон. Ебать. Ты кому это говоришь? Орел. Тут все все знают. Ну, тут 5 пугов, они не знают. Слушай, вышли. Экскремент. Стопнули по профу красного, убиваем, потом перевод. Я знаю тактику, просто... Типа, звук. Хиль. Красного и сразу перевод. Там пускай линпо танчит, но а, ты вот пошел. Ага. На пулы на линпо сейчас даем заново. Ой, сначала поставят босса, потом Гера, когда все начнут дамажить. Линпо, фул ДПС. Давайте рост и башку. Пока он диван снимет, под ШВшник тоже. Раска понял, да, по кому? Да. Башен профа. Проведи немного.
Клуба вышли. Ну хули, выходите сами. Веди босса. Оранжевое говно. Веди еще. Еще веди, еще веди. Блять, что нам в колбах стоит? Все стоит. Давай по нему диван. Бой дохилим. Блять, ты че, ебаный в рот? Дай ему диван быстрее. Дал я дивану. Снимай диван. Он снимает его. Хилим Войда, дайте зуб. Провожу. Инпо, снимай диван. Отменяй все бафы нахуй. Вот. Все, забирай. И башим дальше. Ты не туда ведешь босса, блядь. Да поебать, бейте босса. Проведи из лужи босса. Настя, я надеюсь, ты прохилишь. Да нас затопит сейчас просто. Так пробегайте, пробегайте. Япончик гимн на хп дашь по ситуации. Да какой я уже слизняк поймал? Ну, на танк он уроните, чтобы босс не отхитил. Ну пропадет. Танка хильте, то он сдох. Побегите сюда, похуй, по лужам. Лям, добивайте. Вага бабу есть, если что. Добивайте 100 тысяч стало. Дед. Дай бать, хули вы паникуете. Ебать, херня. Нормально, этот самый поганищ. Идите на синдру. Нормально, нормально. Осколок упал. Ага. За то, что эрелил там голду потом скинет. Пиздюлейте надо. Два первых... Может его замутить надо? Два первых парола. Хорошо, Артемий, я заходил. Линпо и... И ДВЕ. Спасибо вам, ребятушки, большое. Че эсэсов-то не было, блин? Да тут не надо эсэсы. Люха, помни душу. Ну чё, может еще и Лича убьем гром победненькому? Чего там бьёт-то? Так, всё. Линпо очень неопытный танк. Очень слабенький. Я клиент обновляю, короче, я тут сейчас перезайду. На какого босса идем? Синдра. Сейчас в броска. А этот Валю убили? Да. Убили. Скажешь, как заберешь? А, все. Тимыч, пока на трэш, пикни с места меня в танк. Бля, пол, вага, слышь, старый? А ты ему, конечно, на приколе орёшь от меня и говорит все баф. Ну а чё, блядь, чё ему ещё? Блин, стоит. Ну канцел аура божественная, блядь, как она называется. Макрос у него долг. Да ничего не должно быть ни у кого, понимаешь? Должно быть только у тех, кто часто с такой ситуацией сталкивается. Блядь, он думаю... же как мейн танк его взяли. Ой, блядь, он вообще неопытный, нихуя не понимает. Ну, блять, профа двигает на меня. Да лыпончик какие-то славит. Ну, слабенько очень здесь себя показывает. А как нам гильдия неопытный танк попал? Да чей-то друг? Не знаю. Через чего япончик? Настя, все через постель, ты забыла, что? Не, я понимаю, я пытаюсь понять, чей это постель. Ты прыгнул, я тебе левитацию дал. Через кьюпа. Хоть там он скиллуху-то показал на... Не, на лету прям. У Лёши через она хочет понять, чья жопа проверила. Через голду. У Фарада тоже через голду. У Фарада многое через что есть. Два босса, да, осталось? Слушай, а как вот этот квест сделать? Просто синдру наебнуть и все, или что-то надо? Да. На ласт фазе надо прожать вот эту херню и подождать, пока она там прокастит. Слышишь, я что-то не брал квест, а да, тоже, кстати, квест надо сделать. Как он называется? Что-то я не могу взять. Вот до глизма, что любишь. Сейчас я тебе прочитаю, как он называется. Что-то враска, рак, что-то там. Не, мы в гер делали просто, вспомнил.
Сейчас, погоди, что-то не дочитал я. Вага в Дисе, если здесь, напиши мне в Дисе. Кстати, Вага, ты видел, что нам, типа, переделали желтую джагу под... Просто заходим. По 2 секунды КД и 300 урон от оружия. Лич тебе актуален, Вага, или нет? Как же ты при... Ну, там вагоны... Зайдёшь туда. Окей, хорошо, зайдёшь. Хорошо. Заходите быстрее в комнату. А, тут ходить нельзя, я сейчас помру, я поняла. Угу. Нет, там УВС, типа у него 2 секунды КД будет и 300 урон от оружия добавь. Раздала КНХов по нерфили. А чё раздала КНХ? А, не КД. Ну, просто как по нерфили, у него теперь урон просто не по всем целям разлетается, только по одному. Это, кстати, и правильно. Ты гонишь, у паладинов АОЕшка, говорят, по 6 целям бьет, ты пятый. У Энха-то темп по всем мобам. Это все зависть, зависть. Энха уже по нерфили. Нет, это не зависть, это механика такая. Когда с БК на лич переходил, официалка переходила, там выпускали видос, где объясняли, что вот это АОЕ, все, оно должно делиться. То есть какой-то порог определенной дамага не должен быть. Да. А он типа работал как-то тем магмы на трэш. Просто некоторые классы там потеют, а некоторые одну кнопку жмут, так не должно. Ну нет, ребят, у него точно зависть. Он не хочет. Люха, у меня тут, оказывается, на друиде квест. Надо мне друидом этот сделать синдром. Там подамажу или похилю. Потанчишь. Ну, потанчу, действительно. То лень поверху и знает, что будет. Ну, ребята, ну выйдите вы оттуда. Ну что вы стоите, не видите, крутится. Странно, головокружение в лицо сделал почему-то. Тимыча, хильте, кто остался? Остался один танк. Не набирайте агро. Ну, стопаните, пускай он соберет. И хильте одну цель танка. Я не хочу вайпаться на этом трэше. Просто поаккуратнее сыграйте, не уешьте в тупую. Кому хилить? Мне? Да, тебе спросил. Меня снимите аду. Костя. Тимыч умер. Вайп. Вы еще, блять, по 100 мест разбежались бы, хер знает кто. Это... Я в Леньпо вообще никак не уверен, он, ну, очень хуево себя показывает, блять. Я в Синдре, в Личе вообще никак не уверен, что он там будет делать. Нихуя не. Можно мне будет танчить тот же танк, что сейчас танчил права, потому что это был письмо на третьей фазе. Да и на второй тоже. То же самое я сейчас и сказал. Я просто не знаю, куда мне танчить. Упадите, пожалуйста, или что там, или отвейте, или что-то сделайте. Сейчас бой спадет. Помрите на мне диван. А мобы идут один хуй. Умирайте нахуй все, умирайте все быстрее. Умирайте, мобы должны исчезнуть. Сейчас я скажу, когда исчезнут. Так, встали. Вроде расходятся. Вверх дойдет или бежать? Встаем. Бежим. Ебать, чё у вас? Я ресну лежит. Там кирс есть, смотри. Ресну. Смотри, комнату там... не запусти, блядь. Встаем, бежим, сказал, блядь. Неясно, что ли? Хули сложно, в инст заходим, возле инста появляетесь сразу. Бежим на лифт на этот ебучий, спускаемся вниз. Там надо... комнату запустить. А то запустите комнату еще раз, нахуй, еще упадете. Я сейчас пикнусь в танк. Ебать, а чё вы упали-то? А рейд стоял в центре, ады прибежали и начали крутиться, а рейд не отошел, понимаешь? Да, всех захуяли. Там нельзя выйти было, они головокружение вешали. Угу. Только при том, что у нас обычно с двух сторон танки ловят, а так пришлось одному Тимычу в центре. А головокружение, расскажите мне, дробовик, правильно? Аура стояла, бегание или чего? Что было головокружение, блядь? Не знаю, я в лицо ловил, не мог выбежать. Аспек, вот он пишет, аспек. Что такое аспек, расскажи мне, пожалуйста. Ауру леопарда и всякой прочей параши, которая увеличивает скорость бега, не включай, пожалуйста.
Плюс в рейд, что понял. Косяк достойный раскумарки. Включи дух гадюки и хуярь его е. Включи лауру, блять, люди за подзамедлением выбежать не могут с центра, нахуй. Я просто, я не видел этот баф, я думаю, почему я выбегаю, типа, лицом от него, блять, а ловлю головокружение. Ну, в спину и так, как бы, головокружение, там весь рейд был замедлен. Нет, я именно, я спиной, я к нему лицом выходил. А, ну, по-моему. Ну, ты всё, не там. Сейчас добегу, все нормально. Если лог спустился куда-то вниз, там, ставь шкаф, а то там некоторые... Филипп, это уже 7 рулей. ГЦ чё? У кого 7 был? У Никитоса на твине ханте. А, это Никитос, грёбаный, знаешь? Это... грёбаные ханты заколебали своими брюками. Кого там в чёске? Всех хантов по списку гильдии. Классный хант у него, ему походу надо менять. Вот этого ханта гильдейского на вот десембрюлей. Сразу чёс. Всё, спускайтесь. У кого 7 брюлей, сразу чёс. Два окна надо просто хуярить. Два окна, два танка, нахуй. Да, один с одной, другой с другой, блядь. Переключаешься, пешку даёшь. Не в этом прикол. Ты ставишь ротацию на одном и на втором ханте. Лёха, изи, берёшь себе 4 протопала, создаёшь, и мы идём Алара в хэмки. Как же протовар? Глич, сколько говорят на ачиву? 20к, да? Да, 20к. Да. Ну, блин, даёшь 20к. Всё, я добегаю уже. Есть на тебе представь, где кто-то лежит? Да я так добегу, да, уже быстрее. Ты на приколе, что ли? Ставьте шкаф. Нет, лока. А, нет, вру. Лока два есть. Сейчас, батя. Я хочу леньпу поменять с рейда. Ну, поменяешь. Потому ну, или просто пускай стоит. Я хуй... Ну, на синдре еще нахуй весь рейд заморозит, лучше поменять. Он пишет про ДД. Тиммыча в танка, и он в ДД и нормально. Он вообще не соображает. Не соображает. Или он не помогает, или кузнец. Я не могу тебе резнуть, Тиммыч. Он пинку человека. Может, он и нормально, как бы, ну там, кузнец, если пинг такой. Всё, баф отдаём быстрее. Тиммыч, блядь, резайся нахуй, тебя сумоним. Он резнулся, сейчас сумоним. Сейчас одно тело для сумоним осталось. Ну так ты, когда человек не знает тактики и лагает, это тяжело. Ну, конечно. Мы пали на человека. Ты короче этот мишку. Можешь, короче, мишку поставить на вторую фразу, а так паром полностью хуярить. Да. Че, я обратно в кота или че? Да будь пока. Погнали. Заходим все равно. Просто мишку на вторую фазу поставишь, а сам будешь. Старик, начинай хотать. Чего еще раз? Начинай хотать. Притяжка не убьет, так что. Спасибо. Я воздержусь. Старый, захотай меня, я за тебя выпью. Каску. Либо уже пала вот этого, который пуп на каске. У нас нет пуга, положи. Есть термиллион. Алдазар, ты и тут сдох, да? Резнуть их постарайтесь. Даже большого домена. Вам надо с Розелиной, по-моему, объединиться. Это Розелина, по-моему, не настолько часто. В смысле с Розелиной? А как же адмирал? Адмирал в отпуске, на его заменим Алдазар. Я 2 ДПС отдал в трэш, и он не нашел. А сколько ты можешь? Раз два к, зайди в рейд, покажи, сколько надо ДПС в трэш давать. Ну, КД, на другие 4 босса дадут так же. Другой цвет. Как-то вы странно в целкашку ходите, по-моему. Ну надо же как-то ходить, блядь.
А через десятку все. После вчерашнего, да? И при этом я, ну, не кастовал, я просто этот. Раздавака, признаться честно, ты вообще ДПС. Теперь да. Раздавака, вакантное место Эршама до сих пор, кстати. Чё там про Эршаму сказали? Перспективный. Я же ему уже шмот отдаю, значит, ладно. Раздевалка, так это не канает. Дарт тогда говорил, что он спек удалил и все шмотки удалил. Лёха ему сказал, блемехи. Блядь, мне тогда вообще ГМ и спек тела забанили, сука, все равно килить заставил. Все у силки в инту перекидывает, да, и стоять цепуху кастовать. Ну и стабильно 4000 кпс, я не знаю. Лёхи, фантазия это жесткая. Зачем удалять и Виндору продавать? Зачем продавать Вендору, если можно дизенчанить? Это долго, а так продал и все. Чё ты долго? У Ауди спроси, быстро он пилит продал или нет? Не, Ауди не продает, он пилит. Нараспил все нахуй. А, там. Нараспил. Мозер продал. Чешку хрен. Это только Мозер у нас любитель продавать. А Мозер, да, чешку продал. Я тогда с утра захожу, они с Ладой угорают нахуй. Хочешь, говорит, приколю. Я так думал, что я покалываю, продал свою. Ого, посмотри. Снимите ход и снимите ход и себя. Страшно стало? Ага. Это же на хотало побежало. У дерева скворечник уменьшился. Старый побольше дал. Да нет. Старый. У дерева дупло. Старый, блин, очка сжалась, я прям скрипчу еще. Не-не, у дерева дупло уменьшилось. Это Солориал все время писал, открыл там? Дупло. Как сильно? То есть синичка не залетит даже, да? Там белки охуели, думали, все пиздец. Орехи, скажи, раскалываются в дупле. Там дятел подлезть не может. Белка лапку не просунула. За орешки. Орех. Хорошо, ай. Что белки орехи в дупло еще не дошли. А какой все конец зимы, какие орехи. Ляньпо, слышишь, Ляньпо? Это, портуйся, Фудаларан. Можешь в рейде пока остаться. Не, жертвоприношение, он дракончик. Давай, сейчас можно ходить. Старик. Нет, Ляньпо, Даларан. Я пожалуй назад. Как мое дерево. Че, вот два окошечка будешь тут? Ну если ДД есть, можно и в одно. Он писал, у него 240 их пал. Ну ладно. Так, вроде все. Что-то Драгон заходил, куда-то зашел, он пропал. Пипец, Тимбыч, позорище, какая-то сова, блядь, обогнала. Мальдазар, поставь, пожалуйста, сбоку порт в Долоранге, гром отсюда нахуй. Тимбыч настолько бесполезный, что а я даже... А лучше А, он в танке вроде. Прилагаемся. Кукородь. Да. В танке, а я его уже хуесош. Тимыч, а знаешь, что у меня есть такое красненькое с проком на хосту? Что с ним сделать? Восьмую группу убери, пожалуйста. На лича зайду, если можно будет. А не с умри нахуй, нужен. Старый, дай тебе объект манипуляции над Тимыч. Давай. Ща. Его яки кошачьи и так у меня в ладошке.
Вон, смотри, видишь в рейде? А хочешь, я тебе дам манипуляцию старого? Сейчас, где старый? Я ему 13. 13. А что ты хочешь сказать, что накатает 3 котов? Сейчас, может, ДД найду, ребята. Я хочу, да, бесовые коты в ней бегают. Починить Тимыча, надо починить старого, который подчиняет Тимыча. Я у вас любовный треугольник. Да. Самых добрых. Что там старого подчинять? В самых добрых смыслах этих слов. Да, ну, да, ладно, ничего порочного. Все, Кир, тебе тоже плащ линкануть СРС-ки ХМ, да? Забафаем все по нему. Кто, блядь, меня цепухой зацепил? Вы драконов дали. Еще бьете, да? Ну, драконса нам, да. Ну, да. Чё? Можно взять. Угу. Он Диси вроде был, я говорю, заходи, что-то он не зашел. Да, его нет уже. Как-то внезапно зашел, внезапно вышел. Да он зашел, залупнулся на меня и вышел. Сейчас я, может, приведу Лема хорошего. Сейчас, одну секунду, ребят. Поддержите место ДД. Он онлайн. Он в доте, сука, не отвечает. Блядище. Я сейчас названию на все телефоны. Блядище. Вы чувствуете, какая у нее любовь к этому? Настя, когда приболевшая, у нее все время такие фразочки вылетают. Блядище. Я, конечно, нуб из нубов, но, блядь, фулл СЛК танчил в шмоте, блядь. 3 шмотки. А я думал, в протоваре в соло танчил. Да. Чувствую, я сегодня не пойду на это. Или уже не актуально. Как Вага сдох? Я не помню. Ты если в Диси, ты хоть реагируй как-то, тебе говорят же по-русски. Портанись, ты встал и стоишь. Вот тебе и кикну, чтобы было место. Потом пати дам. Посиди пока. Какой шмот? Не-не, ты лагаешь, не надо, еще рейд весь заморозишь. Я пока не уверен в тебе. Десятку, может, как-нибудь пойдешь, если будешь там так же, как и в этой 25-ке исполнять. Просто. На права сдашь в десятку, да. Что по поводу ХМ-то? Да надо закрыть. Я от Фарада уже послушал, какая у вас там ХМ-ка веселая. Да ладно, что вы гоните на пацана, надо его ХМ брать. Мне казалось, что чуть-чуть я матами начну орать. Это я не про танк, я про десятку. Да блин, я говорю, когда тактику не знаешь... Флаг, красиво. Еще и лагаешь, хватит. Очень тяжело. Хватит, ходи. Так. Ну чё, Карина, где Карина? Я давно нет. Перезаходит она на ханта. Так. Нам надо один дамагер. Вон это, Монорота возьми. Погнали, Монороты. Так, сейчас будет мой Лем. Оставьте местечко. А, ну кстати, Монороты вон потанчит. Мой Лем заходит, все хорошо. Может, Монорота взять, да. Типа. Ну или Лем, или Монорота. Нет, Лем заходит уже. Да, ему очень надо, хорошо. И это очень хороший момент. Очень надо. Он заходит. Ребята. Я друид и, блядь, фар. Ты можешь, блядь, с фара выйти просто. Да, да, да. Друид. То есть, бери. Да, конечно. Ну, напишите, он отклоняет. Ну-ка, нахуй, еще раз. Воет, дай мне ассиста. И спроси, надо ему. Сейчас, секунду дам. Если не идет, то не идет, тогда оставайся на аварии. Ассиста, да и дрэ, да? Угу. Так, рыбу поставил. Сейчас заходит. Для бомжей, короче. Роты лучше выпить, то дохнуть. Кто, блядь, может дохнуть. Чё, в коте или в... Дайте сопрот. Дайте просто бафф. Есть сопрот, я шамана перешлю. Лёха, в коте или в медведь? Сопрот или...
Не, скажите на лече, надо будет саппорт? 100%? Нет. Ты мне один дай, я тебе шамана скину потом. Может, обмен на Дейрдре? Чё, ты Эдема берёшь своего, нет? Сейчас да, он заходит, грузится. Да, сколько да, стоит саппорт и у кого брать? Да всё, берите, мой народ. По 1000 продаём саппорта. По крайней мере, нет. По 1000, нихуя вообще. Лёх, что-то мало. Могу тебе сделать за 2. Да я тебе просто баню. Берём по косарю саппорт. Тебе саппорт, Тимоч? Давай. Вон, медведь, даёшь по 1800. 1000 голды уже есть. Чё там, перекур? Не-не-не, гоу-гоу-гоу. Здесь перекур. Шкаф поставьте. Баф и шкаф дайте. Где там элем твой? Дай шкаф, грузится, ладно. Грузится, пишет, сейчас буду, пишет капсами, восклицательными знаками, сейчас будет. Лору, дай шкаф? Луки. Пристабаф, можно? Вага, не хочешь ко мне в пати, а то Никитос не дает ауру на рейд? Нет, медведь даешь, ну-ка я по 180. Тыкаем сейчас умеем два тела и этого. Сейчас ни одного. А дайте ему дискорд, пожалуйста. Вара. Блин, я сейчас сдохну. Тыкните. Одно тело до сумонника. Больше всего мне знаешь, что нравится, когда в рейде бафа нету этого на хаст тотема Шамоносова. Как он начинает, как Мозер начинает сепетить. Ты в рейде побудешь, короче, потусуешься, я на боссе. Багров побольше. Да конечно. Что у нас из натуры резис, чего тебе не нравится? Да и Мозера паника сразу начинается. Тыкайте, пожалуйста. Чтоб люди появились тут, а то мы без них-то, я хуй знаю. Могли чё, или без них стартанём. Артемия стала. Не бегите туда. Сейчас Полина запустим. Карина так, готова? Присумонили лампу? Такой готова, я только, типа, мне даже никто не сумонил. Ну сумоним мы, всё принесли. А теперь можно бафнуть? Я уж сама добежала. Нужно даже. Рыбу. Это уже лишнее. Монород, и лишнее. Или в... Буду АФК стоять, если рыбу не поставить. Монород спрашивает, он в ДД или нет? В ДД. Все в ДД, блядь. Кроме Войда и меня, я с Войдом в танках. Рыба стоит справа. Кому надо, и, блядь, ешь. Сколько глыб тут на... Чё-то бафов не хватает. Бафы дайте, блядь. Нет, перебегаем туда, метки выносим. За глыбами прячем. Тяжки отбегаем. Кто хочет, блядь, 100% отбежать, перед притяжкой подбегайте к боссу ближе. Кто сдохнет, блядь, кикну нахер. Знаете, что может быть хуже 6 паладинов, которые не могут дать каску? 7 друидов, которые не могут дать вам. Дайте, блядь, бафы, еще раз повторяю. Кто каски бафает? Все готовы. Все готовы, поехали. Побежали на ту сторону.